Как стало известно, разбившийся самолет найден. На месте крушения обнаружены бортовые самописцы. Для расследования причин на место происшествия вылетела специальная комиссия российского Минобороны, в состав которой вошли специалисты службы безопасности полетов авиации вооруженных сил и главного командования воздушно-космических сил России. Наш корреспондент Леонид Юрков побывал в поисковом лагере, который разбили военные. Вот что он рассказал нам по телефону. Место крушения самолета располагается примерно в 10 километрах от деревни Хаюрина, и двигаться туда необходимо было по пересеченной довольно местности. Например, военные двигались на больших машинах из ЗИЛа или КАМАЗа. Спасатели, собственно говоря, не отставали. Ну а нам пришлось высадиться из нашей легковой машины и отправиться в пешее путешествие на место крушения самолета. К сожалению, нас не допустили на место крушения самолета, потому что там в самом разгаре шли поисковые действия. Постоянно в воздухе находился вертолет. Мы его видели буквально каждые 5 минут. Как нам стало известно, сегодня были найдены бортовые самописцы. Ну а на территорию самого крушения журналистов не пускают, потому что сейчас на месте крушения работает следственная группа. Как вы знаете, утром было возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета.